Также с самого начала это борьба между двух участниц. И я надеюсь, что вы будете болеть за нас. Ну и теперь все в руках Андрея, все в руках Андрея. Андрей очень быстрый парень, но и там тоже Бенджамин Карл. Один из самых опытных сегодняшних трейлеров здесь. Лидер Кубка мира в дисциплине параллельный слалом. И, к сожалению, к нашему сожалению, но на самом деле...